Поехали. В чем вы не можете себе отказать? Мороженое. Чему мороженое. Вы в последний раз удивились? Удивился? Ситуация в нашей стране. На какую тему вы всегда говорите с удовольствием? Так, давайте пропускаем, надо подумать. У вас впереди двухнедельный карантин. Какую книгу с собой возьмете? Мотивирующую, вот после которой хочется творить, хочется достигать цели. Вот конкретно не скажу. Ну, мотивирующую такую. Что делать, когда опускаются руки? Ну, нужно их опустить, потом заново поднять. Есть какой-то талант, которым вы бы хотели обладать, но которого у вас нет? Да, хотел бы лучше играть в шахматы, но и стать чемпионом мира. Неожиданный ответ. Ваш главный недостаток? Наверное, лень. Как и у многих других, да. Чем сегодня займетесь вечером после эфира? Буду готовиться к урокам. У меня завтра две тренировки достаточно серьезных, в общей сложности 5 часов. Поэтому нужно подготовиться, чтобы ученикам было... получились хорошие плодотворные уроки. Считайте, что прямо сейчас поймали золотую рыбку. Просите, что хотите. Золотую рыбку? Посмотреть весь мир. Объездить, посмотреть на разные культуры. Ну, интересно, познать мир со всех сторон. Прямо сейчас, если бы позволили условия, авиаусловия, в какую бы страну полетели? На море куда-нибудь, там, где тепло и все включено. Хороший отель, и вкусно кормят, и теплое море. Самый большой донат, пришедший вам в стрим? Точно 10 тысяч был российских рублей. Это Олег, главный спонсор нашего канала. Большое ему спасибо. Кажется, 10 тысяч. Могу ошибаться, но... ну, это 10 тысяч российских. Осень или лето? Ну, черточкой. Лето-осень. Белоруссия или Беларусь? Беларусь. Республика Беларусь. Беларусь будет свободна? Будет. Ну, будет, все будет хорошо.